основні регламентні норми змагань нам розповість виконавчий директор Української прем'єр-ліги Євген Дикий. Добрий день ще раз всім. Ради привітати вас. Спасибо, що знайшли можливість посетити сьогоднішню нашу жеребьовку второго етапу чемпіонату України Ліги Парімач. Дата сьогоднішньої жеребьовки у нас определена регламентом, а именно, що жеребьовка второго етапу проводиться не пізніше, ніж за два тури до начала, до окончання первого етапу. Основные принципы сегодняшней жеребьевки. Поскольку шестерки у нас еще не сформированы, мы сегодня жеребим только места команд, которые будут расписаны в турнирную сетку, она будет выведена на экраны. В первом аквариуме находятся команды по номерам шестерка, во втором аквариуме находится порядковый номер, согласно которого команда вносится в сетку, которую вы сейчас видите на экране. В принципе, как бы основные моменты есть. Вся статистика, которая клубами была на первом этапе, именно количество забитых голов, очки, она вся сохраняется и переносится на второй этап. В принципе, основные моменты все, поэтому Александр дальше. Перед тем, как перейти безпосередньо до процедуры жеребкування, дозвольте представить нового амбасадора Української прем'єр-ліги, українського кіпкоп-виконавця, полкового шанувальника українського футболу. Да, спасибо большое вообще руководству премьер-лиги, что пригласили. Для меня это честь быть амбассадором, развивать украинский футбол, потому что я вырос на украинском футболе. И для меня это душа, это любовь. И как бы моя задача еще больше освещать все события футбольные премьер-лиги, которые происходят в Украине. Прививать любовь молодого поколения, пробуждать любовь уже взрослых людей, которые там в каких-то своих, в своем быту забывают то, что нужно включить телевизор, посмотреть любимую команду или прийти на стадион. Потому это главная вот задача. Я призываю всех любить украинский футбол. Мы живем сейчас не самое легкое время, и наши команды тоже требуют поддержки. Поэтому спасибо, что пригласили. Можемо починати процедуру жеребкування, а допоможе нам у цьому директор спортивного департаменту Української прем'єр-ліги. Команда 4. Номер 4. Это мы синхронно. Команда номер 3. Два. Команда номер 6. 3. Команда номер 5. Номер 1. Команда номер 1. Номер 5. Команда номер 2. Команда номер 6. Ой, 6 просто. Номер 6.
Розпочинаємо жеребкування другої чистки. 20 відповідей.